Я не знаю, до чего все докатились. Может, и ловят кайфат пагубных реклам. Или попросту, наверное, купились, что рекламы абсолютно тут и там. Телевизор не могу смотреть спокойно. Интернет заполонили все мани. Чтобы фильмы посмотреть мои достойно. Но количество реклам хоть пруд пруди. В интернете посмотреть, какие фильмы. Обязательно рекламами прервуть. Так живем мы все в рекламах сегодня нынче. И от этого все кайфа что-то ждут. Кружит, кружит наша жизнь в одних рекламах. И куда деваться, и куда бежать? Эти спонсоры взялись с таким размахом, что рекламы им нужнее их умать. Но я выйду как-нибудь из положения. У меня есть много фильмов и DVD. Я терзать себя не буду в искушении. Посмотрю кинокартины все свои. Наплюю на эти пошлые рекламы. Я теперь огородился от программ. Пусть свои рекламы смотрят эти хамы. Мне до лампочки в натуре от реклам. Наплюю на эти пошлые рекламы. Я теперь отгородился от программ. Пусть свои рекламы смотрят эти хамы. Мне до лампочки в натуре от реклам. Вот так.